А вот тут интересный момент. Впереди меня едет уникальная машина под названием The Connector от Microsoft. Для того, чтобы сотрудники чувствовали себя нестесненными в необходимости каждый день ездить в пробках, стоять по несколько десятков минут на выезде к мосту и так далее и тому подобное. Да плюс, как вы видите, здесь не очень-то и широкая дорога. Microsoft запустил Connector. Это фактически корпоративный автобус, красиво разукрашенный, ездящий. На самом деле их много, ездящих по разным маршрутам. Там есть и Wi-Fi корпоративный, и все остальное. Вот он такой вот разъезжает, подвозя сотрудников. Тем самым еще и экономя на бензине, сохраняя окружающую среду и тому подобное. Где он? Ну покажи с боком-то. Сейчас мы его попытаемся обогнать. Хотя тут пихом гонишь, трафик плотный. А нет, обгоним. О! А он сейчас уйдет на хоб и поедет быстрее нас. Я так и знал. Ну, камон. Ну вот, придется перестраиваться. Не догоняем мы его. Развязки, дороги, отличная растительность и тому подобное.